Привет, дорогая, меня зовут Даша. Сегодня в конце рабочего дня я нашла в своем почтовом ящике квиточек. Это была посылка от Ифраше. Приятный бонус прошедшему дню. И сейчас я буду ее открывать. Первое, что я вижу, это туалетную водичку Evidence Green. Что я вижу? Это вот такой вот блеск для губ Ифраше. Колбаска. Видно, да? То есть это такой очень густой, как, я не знаю, желе, как вот, вот видно, да? То есть она... Вот, собственно, я нанесла вот этот блеск на губы. Тебе он будет казаться, что смотрится пристойно. На самом деле, он не то испортился, не то что, но он не жидкий. Он, ну, я показывала, какой. И чтобы намазать губы, мне пришлось очень сильно давить на сам тюбик. Совершенно ужасен. Я вот сказала, думая, что этот блеск, это вот этот блеск. То есть этим блеском я уже пользуюсь год, он все никак у меня не расходуется. И у него божественный запах. Да. А этот блеск, во-первых, то ли он просрочен, то ли он как-то не так сделан. В общем, мне пришлось порядком на него давить. У него консистенция очень-очень странная. Это, мне кажется... ненормально для блеска для губ. Вот, в то время как вот этот, например, ему уже года исполнится в декабре, и он в отличном состоянии, его еще, пожалуй, много здесь. То есть он очень экономно используется, хотя казалось бы, ну, сколько здесь? Казалось бы, 7 миллилитров, да? Пользуюсь я им очень часто. Ну, видимо, мне просто не повезло вот с этим блеском, а вообще блески у них шикарные, мне нравятся очень. Далее я заказала вот такой набор миниатюрок, это линии у нас Себа Специфик, программа 7 дней для смешанной и жирного типа кожи лица. У меня была... была миниатюрка тоже Себа Специфик, это вот освежающий набор, но он там, по-моему, для нормального типа кожи, а вот тут я решила попробовать, просто попробовать для жирного типа лица. Сейчас достану из этой коробочки и все тебе покажу. Как бы рассказать не смогу, потому что как, я его еще не пробовала. Вот, так что, если захочешь узнать мое мнение, ты знаешь, что делать. Оставь мне комментарий внизу. Если открыть, выглядит очень пристойно. Итак, здесь мы видим тоник для очищения кожи. Увлажняющий, матирующий дневной крем, что очень приятно. И ночной питательный. Пахнет пенка. Кто заказывал серии Себа Специфик, он пахнет как такая вот... У них очищающий гель с пилингом есть, потрясающий, кстати. Вот для жирной кожи идеальное средство. Матирующий. Ну, я думаю, у остальных кремов запах будет такой же. Да, запах такой же. Консистенция такая слегка зеленоватая. На ощупь такая очень освежающая, кстати. Очень такая легкая, впитывается моментально, по крайней мере, на руке. Ночной крем питательный. У него консистенция тоже такая зеленоватая, но более приятного оттенка. Тоже очень, ну, хоть это и ночной крем, но впитывается очень быстро, моментально. Тоже такой свеженький. Каждый бутылечек пронумерован. Не знаю, будет ли видно. Ну вот единица, двойка, тройка. Вот на бутылке... А, нет, видно. То есть это такая вот прелесть. Рекламная пауза у нас. Пришел в подарок крем Active Sensitive. Вот такой вот. Блин, что же... Вот. Одно время я его купила, потому что мне порекомендовала одна бьюти-блогер. Она сказала, что он шикарно убирает синяки под глазами, какие-то вот мешки, что вот моментально дает ощущение свежести. Что я могу сказать? Все ведь индивидуально, все зависит от индивидуального типа кожи, от расположения, близости расположения сосудиков к поверхности кожи, то есть все строго индивидуально. Мне этот крем не сработал.
По ощущениям, да, он сильно как вот наносишь, и прям вот приятно, что вот какую-то свежесть дает, но на этом все. И увлажняет кожу хорошо. На этом у меня действие заканчивается, но у кого-то может действительно сработать против каких-то следов усталости. А, ну, они предлагали в своем бланке заказ, да, выбрать подарок, и я выбрала опять этот крем, потому что, ну, в принципе, твердая четверка, даже с плюсом. Поставила его 5, но у меня слишком были большие ожидания от него, поэтому если наши ожидания не оправдываемся, мы разочаровываемся. Такова психология человека. Сейчас его увидела, поэтому было к блеску для губ вот такое вот зеркальце с обратной стороны, оно вот такое вот приятненькое, зелененькое такое вот. У меня все зелененькое, смотри, зеркальце. Набор вот этот вот, он такой тоже в зеленых тонах, и даже цвет крема зеленоватый, и Evidence Green тоже зеленый, и зеркальце, и, видимо, в пакетике должен был бы быть блеск, но он почему-то был вне его. Видимо, мне повезло на очень ответственного упаковщика посылок. И последнее, что я хочу тебе показать. Собственно, почти ради него я оформляла этот заказ. Это BB-крем от Ifrashe. Дело в том, что бюджетных марок BB-крема, нормального, хорошего, и я не видела, в принципе. У меня на настоящий момент от Estée Lauder, но я бы не назвала это BB-кремом. На мой личный взгляд, может, кто-то, может быть, думает иначе. И вот я решила попробовать. Здесь написано 6 в 1. Что же нам обещает производитель? Момент. Увлажняет кожу, выравнивает тон, скрывает несовершенство, разглаживает поверхность кожи, она выглядит более молодой, возвращает сияние кожи, защищает от внешних воздействий. Ну, я, признаться, плохо разбираюсь в тональных кремах, но мне кажется, выше всего перечислено это качество очень хорошего тонального крема. По-моему, было только 2 оттенка, хотя не буду врать, не помню точно. Я взяла самый светлый, потому что у меня кожа бледная. Здесь 50 мл. У меня это светло-бежевый оттенок. Покажу тебе, как выгляжу на коже, как выглядит на коже руки. А его же нужно. А, ну ладно. То есть, вот когда его только выдавливаешь, он выглядит неудобно, нанесла для себя показывать. Вот таким вот образом, если его растушевать. Ух ты! Он очень экономный. Вот такой вот капли, которую я тебе показала, мне его просто на всю руку. Кстати, да, эффект моментальной свежести на лицо. То есть и вот так у меня стала выглядеть рука. Я не знаю, как тональные крема показывают. Я не бьюти-блогер. Пахнет, кстати, приятно чем-то, чем-то ифрашевским. Чем-то, я не знаю, кремом и одновременно еще чем-то таким. Вот есть такой вот какой-то, какая-то нотка такая. Пахнет не просто как обычно все тональники пахнут. Ну, в общем, не знаю, как он себе покажет на лице. Сейчас экспериментировать не буду. Собственно, на этом все. Надеюсь, тебе было приятно посмотреть мое видео. Да. Так что я тебе желаю приятных посылочек, чтобы тебе все в этих посылочках подходило и по цвету, и по текстуре, и вообще по всем твоим капризам. На этом все. Пока, с тобой была Даша.